Добрый день, друзья! Сегодня я вот решил посетить вот этот храм. Это храм Святой Троицы. Мы сейчас находимся в Ижевске. Улица Удмуртская. Вот эта улица Удмуртская, раньше она была улица 13-я. Вот там улица Советская. Это была Троицкая улица. И вот на этом пересечении этих двух улиц находится Троицкий храм. Сейчас мы в него зайдем, посмотрим. И я вам расскажу небольшую историю этого храма. Тут оживленная улица. Сегодня такой солнечный день. Так вот, этот Троицкий храм упоминается с 1782 года. Здесь, вот там дальше, было восточное кладбище ижевских заводов. И как всегда при кладбищах существовало с 1782 года Троицкая церковь. Вот, но она была деревянная. И как всегда в России случился пожар, и она сгорела. И вот в 1812 году решено было построить каменный храм, каменную Троицкую церковь. И в 1814 году за счет денег бюджета города, городской казны, был построен этот храм. Вот этой церкви уже больше 200 лет. Тут ведь очищают все от снега. Ну, судьба этого храма во время советской власти вот, была не так трагична, как судьба храма Архангела Михаила, которую разобрали полностью. Этот храм в 1937 году тоже было решено закрыть, разобрать,
успели снять колокол, который весил 258 пудов. Его разбили на кусочки, сняли и начали разбирать. Священников, которые здесь работали, священнослужителей, арестовали. Там где-то несколько человек быстро судили и расстреляли. Некоторых священников сослали. Вот на каторгу, где они и умерли. Вот такой небольшой уютный. Тут площадка, храм. Но разобрать его не успели в 37 году. Только начали разбирать колокольню. Одно время здесь была библиотека, читальня. А во время войны в храме была пекарня. Была пекарня. В общем, после Великой Отечественной войны храм начали восстанавливать. Сталин понял, что без религии, без веры он не сможет, так сказать, удержать страну, и очень вот разрешил. Поэтому спасло этот храм. Вот, в 2014 году храму исполнилось 200 лет. Сейчас попробуем войти внутрь. Тут видно, кормят. Но у меня ничего нет.